как я вам? Вы все еще живы, лейтенант. Ты молодец. Командиры нарядов, продолжайте работу по плану. Номан, слава богу, ты жив. Посмотри сюда. Пилот решил взять с собой. Эй, Номан! Полюбуйся на этого урода! Да, псих прихватил небольшой трофей. Ну давайте. Совершите ошибку. Осторожно! Также я хочу поприветствовать вас на своем канале Asmodee Play. Хотите что-то сказать, Коллинз? Нет, сэр. Не думаю. Мы играем Crysis, первая часть. Что за черт? Давайте посмотрим, каково им будет сейчас. Зачем? Зачем вы это откопали? Эх, вы. Сказал дохлый. Теперь дохлый, так ведь? Мы Может быть. Мы таких возле генераторов в шахте. Эти твари тянут энергию из любых источников. Могла бы раньше сказать, мы бы его не потащили. Номад, адмирал хочет видеть тебя в штабе. Твои видеоданные произвели тут сенсацию. Нам лучше поторопиться. Хорошо. Иди, увидимся позже. Давайте. Итак, мне сначала в штаб надо. Вперед! Адмирал тебя ждет! Конечно. Рад, что с тобой все в порядке, псих. Где ты был? Давай, сюда. Сюда. Пророк рехнулся. С ним явно что-то не так. Похоже, да. Из-за того, что он побывал внутри сферы. Он хочет вернуться на этот остров. Так, так, куда мне? Сюда. Штаб. Вот он, штаб. Пойду поищу пророка, пока он не наделал глупостей. Давай, иди ищи. До встречи. Стрикланд, если хорошо. Слышишь меня, немедленно уводи всех с острова. Эти твари пробуждаются. Это же вторжение. Номад, старый ты козел. Отлично поработал, сынок. Посмотрев твои данные, командование решило нанести ядерный удар. Идиоты. Как только я получу подтверждение из Белого дома, зачем? Мы сотрем эту дрянь в порошок. Ага, или она вас. Еще рано принимать решение. Нужно тщательно изучить альтернативные пути. Хотите убедить президента передумать? Или штаб? Или боюсь, штаб. Что вы не осознаете всей тяжести ситуации, доктор. Примерно неделю назад наш спутник засек на острове температурные аномалии. Конечно. Сперва мы решили, что это атомные взрывы. Подключились РУМО и АНБ. Но потом... Вот так вот. 4 дня назад был перехвачен высокочастотный сигнал из центра горы. Маяк направлен на звезду где-то в галактике М33. 4 миллиона световых лет отсюда. Это мог быть сигнал бедствия. Просьба о помощи. Вы говорили, что вашим находкам миллионы лет. Это так. Но они слишком технологичны. Явно не с Земли. Что, если они заблудились и теперь зовут на помощь? Неважно кто, неважно откуда. Действовать надо быстро. Самолеты с атомными ракетами уже готовы. Извините, сэр. Нет никаких гарантий, что ваши ракеты хотя бы прорвут их оборону. Хотите гарантий? Купите тостер. Я не стану сидеть и философствовать, старый когда козел. Вся наша планета в опасности. Это же нелепо. Эти существа вытягивают энергию из любых а источников. Теперь вся гора какая... гигантский аккумулятор. Какую взгляните на схему. Энергию потоки ты дашь энергии ядерным взрывом. Всю дебил. Горы. Вот, посмотрите на них. Сравните с той тварью, которую вы видели. Мне кажется, что это форма жизни, которая питается энергией. Да. Не могу предсказать, что будет. А там тепловая, да, ядерная энергия. А что будет, если мы сложим руки? Должен же быть другой путь. Дайте мне время. У нас нет времени, доктор. Сэр, почему? Только что порвалась связь с Лексингтоном. Прошу всех незаинтересованных лиц покинуть помещение. Ну пошел ты нахрен. Я буду вооруженный. Позовите я с тобой. Меня, когда все закончится. Я с тобой хочу. Ты слышал покинуть. Приказ, лейтенант? Да пошел ты нахрен. Ну давай. У тебя проблемы со слухом? Уходи отсюда! Вот, блин. Так. Ваш мне... командир прошел в оружейную. Он, наверное, ждет вас. Конечно. Пройдите на пост управления. Эй, давай, вот сюда, вот он, в оружейное. Черт, их так много. Да ты иди. Пройдите на мостик. Контр-адмирал Вэринг. Иду. Пройдите на мостик. Контр-адмирал.
Ну пошли вон. Пустите меня. Давай. Ты уже сидишь? Молодец. Ты живой. Живой. В отличие от вас, я жив. Я так и не понял, как ты приспособил их оружие, босс. А вот так вот уметь надо. Механизм спуска очень сложный. Ой, вы болтуны. Мы всю неделю не разберемся, а вы модифицировали в полевых условиях. Вы ведь наше питание подвели к своему... Конечно. Впечатляю. Потому что я умный. Видимо, я талант. Мягко говоря. Итак, я не только починил ваш костюм, но и немного улучшил. Я направил испыток энергии в гидросистему, как просили. В общем, все готово, майор. Молодец. Доктор Джилспай, мне надо проверить нано-костюм Номада. Мне сказали, вы можете помочь. Давайте. Конечно. Со своим сварочником подходи сюда. Садитесь, лейтенант. Нам очень важны сведения, сохраненные в записывающем блоке вашего костюма. Мне тоже они очень нужны и интересны. Давай, призрак. Бери оружие и сваливай. Эй, босс, куда это ты? Кончать со всем этим. Я слышал, остров вот-вот закидают ядерными бомбами. Дела адмирала Моррисона меня не касаются. Его бомбы там ничего не сделают. Молодец. Стой! Правильно думаешь. Но только смысл, смысл, да, смысл. Чем я могу вам помочь, доктор? Я выделила за сигнал, который ущипни. Эти существа издают при подзарядке. Думаю, он предохраняет их от избытка энергии. Можно ли передать такой сигнал с помощью нано-костюма? Думаю, можно. Сейчас посмотрим, как. Если что, как изменить частоту дистанционно? Чё ты в меня тыкаешь чем-то? Просто. Сигнал можно передать по любому беспроводному соединению. В общем, есть простор для экспериментов. Что именно они со мной делают? Если теория верна, ты станешь ходячим оружием против пришельцев. А если она не верна? Тогда нам остается только положиться на план Моррисона. Доктор Розенталь, пройдите на мостик. Доктор Розенталь, на мостик. А вторая нога. Вторая. Нет, две ноги. Ах ты, козел. Ладно. Номад, как будешь готов... Заранее дефект готовишь. Я уже готов. Давайте, выпускайте меня. Такие редко идут в науку. Даже не облизывайся. Она моя. А, вот и она. Это тоже мое. Мне давай. Тактическое атомное орудие разработано специально под нано-костюм. Опытный образец, еще даже не спит. Да. Стреляет ядерным зарядом. Тот же гранатомет, только шума гораздо больше. Чего они только не придумают. Но. Попробовать можно? Нет. Ты тварь. Так, думаю, все готово, лейтенант. Отпускай меня. Полагаю, что доктор Розенталь справится с тонкой настройкой. Спасибо. Не за что. Вам лучше пройти на мостик, адмирал не отвечает терпеливо. Максимум силы. Да давай. Так. Максимум брони. Не дают. Рано Дома. Еще. Пошел нахрен. Я с тобой еще разговаривать не собираюсь. Шуткой. Еще взорвется. Спокойно, так, вниз, штаб, мостик. Господа, это адмирал Моррисон. Вот. Я только что получил официальное разрешение президента нанести ядерный удар ограниченной мощности. По целям на острове. Беги. Для принятия такого. Опа, я вперед. Нужны серьезные основания. Опа, я вперед. Природа нашего противника пока не установлена. Но данные, собранные нашим спецназом, позволяют всерьез полагать, что наши урбанисты. Это адмирал Моррисон. Немедленно возвращайтесь. Майор, вот сейчас смотрите, какую глупость он совершит. Пока он совершает глупость, подписывайся на мой канал, ставим лайки, оставляем комментарии. Этот псих сам подписал себе смертный приговор. Вот так вот. Своих бросил, причем еще ядерными боеголовками закидает. К пуску готов. Почти все готово. Этот ваш майор нарушил приказ. Похитил оружие, угнал борт и направился на остров. Пророк еще там? Вы должны отложить... Кошмар. Майор Бернс! Этот старый козел. Что он делает? Сэр, поднимать группу перехвата. Пусть летит. Этот псих сам подписал себе смертный приговор. Ну, старый двойник. Вовремя, лейтенант. К пуску почти все готово. Этот ваш майор нарушил приказ. Похитил оружие, угнал борт и направился на остров. Пророк еще там? Вы должны отложить пуск. Это его выбор, лейтенант. Адмирал, прошу изменить решение. Риск слишком велик. Что, если они этого и хотят?
что, если мы действуем по их указке? Нет, правильно, вот так вот что надо. Если, доктор, Пентагон санкционировал ядерный удар. Тупой вояка. У меня приказ. Конституция штаб, это Мародер 1. Есть закон. Приближаемся к цели. Отбой. Понял, Мародер 1. Прием. Смотрите, готовься. Он на карте, сейчас он. А если вы ошиблись? Бабахнет. Вы сможете с этим жить? Продолжайте пуск. Это же бессердечная есть, тварь. Мародер 1, это Конституция штаб. Зеленый свет, доставляйте груз. Отбой. Надеюсь, понял, что вы правы. Вы, я и остальная планета. И самолет запустил ракету. На, получи, идиот. Чё ты натворил? Это же кошмар. Тоже мне ученым себя возомнил, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На, купол разрастается. Поглотил энергию. Ты его обеспечил, хорошо обеспечил энергию. Сфера расширяется! Вот и твари полетели к нам. Старый козел, ты молодец. Что, черт возьми? Думаю, мы сделали ее сильнее. Сэр, приближается группа целей. 8, нет, 12. О, черт. Козлина. А меня еще воевать отправят. Подбор. Всем лежать! Кстати, заметили, чем-то немного на Жириновского похож. Такой же. Утырок. Не разбирается ни в чем, а все надо, все туда же. Возомнил себя ученым, что ли? Ну все, я в себя пришел, давай. Я-то в костюме, у меня кого. Отставить, Номад! На корабле творится черт знает что. Так из-за тебя творится. Эти твари прямо сквозь борты. Выходи и сражайся, солдат. Мы не можем отступить. Ну, сам заварил кашу, а я расхлёбываю, а так всегда. Ну. Двери закрыла, лейтенант. Что стоишь? Выбей ее. Да я без тебя знаю, что мне сделать-то, поди. Что у нас еще есть? Что у нас еще тут есть? Опа! Да пошел отсюда. Куда мне? Вот сюда мне. Идем, идем. Идем, покидаем взлетную палубу, сказали. На. Запчасти какие-то надо, нет? Взять можно? Так. Патроны вот здесь должны... Вот они. Да, они вот такие... Твою мать! Ой-ой-ой-ой! Помоги! Помогаю! Так, мне нужны патроны. Еще. Максимум, ладно. Где вы? На! На! Да. Нифига. Так, бежим, 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 бежим. Ой-ой-ой. Да. Да где ты? Твою ж мать. Нифига. Недостаточно энергии. Где у меня? Вот. Давай, на. Тихо, 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 тихо. Максимум скорости.
тихо-тихо, тут осталось немножко. Сколько мне их надо подбить? Ну-ка давай-ка еще одну подобьем такую хрень. Защищайте палубу. Сколько вас будет? Блин, вот здесь вот что-то. Что здесь? Вот, можно спуститься, да? Или нельзя? Максимум силы. Маскировка активирована. Да. Вот так. Перезаряжаемся. Идем, у нас где-то тут боезапасы есть. Еще. 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 Где? Слышу. На. Кончились. Подождите вы. Вот. Недостаточно энергии. Давай, да, бери. Максимум брони. Где эта тварь? Вот она. Еще. Еще давай. Я тебя уничтожу, падла. Ой-ой-ой! Ай-яй-яй-яй! Где ты? Еще? Подбиты? Подбила? Куда ты там ломишься? Блин, ноль. Патронов-то нету. Берем, перезаряжаем и еще берем. Вот так. Убили тварь. Защищайте палубу, защищаем. Похоже, они отступают. Так, защитили палубу. Подходим к транспортеру для перезарядки и перегруппировки. Это еще не все. Хорошо. Номат, в реакторе утечка. На нижних палубах остались инженеры. Тебе нужно спуститься туда по транспортеру. Хорошо. Держитесь, морпехи, мы отстоим палубу. Конечно, отстоим. Вот там, вот, рядом, с дверью. Ну, пойдем. Так. Максимум скорости. Ага. Давай. Сюда нам? Сюда. Сейчас мы всех уничтожим. Пил. Стреляю, стреляю. Я этих тварей сейчас съем. Я в лаборатории с Еленой. Ты где? В реакторе утечка. Я иду туда. Мы попробуем прорваться на палубу. Эти ублюдки все на палубе. Дай знать, когда будешь на палубе. Понял. Роман, я настроила передачу. Теперь мы сможем управлять их механизмом подзарядки с помощью твоего нано-костюма. Дай знать, если возникнут проблемы. Да, у меня давай, всегда патроны, проблемы. Патроны, все берем. Опа-на, пистолеты. Кстати. Так, глушитель-то нет, а вот целеуказатель, да. Все. Так, а куда нам? Куда мне здесь? Что-то выбить надо, нет? А вот сюда. Куда мне?
Куда идем-то? Мы сюда идем, да? Правильно? Хранитель где-то близко. Рядом с ним должен сразу говорю. Красный сигнал. Это, наверное, вот так, похоже, сработало. 5 раз прохожу. Не записывается. Либо не записывается, либо игра глючит. Поэтому очень сложно записать для вас. Да, это кошмарно. Нет, если играть и не записывать, то это нормально. Но я же, блин, для вас стараюсь. Ну чё ты, не можешь пройти, что ли? Твою мать-то. Чё там? Давай с задницы пройди вперед. Я не понял, что за глюк-то. Не проходит. Ну все правильно, там же должен проходить-то. Вот он. Чё не проходит-то? Максимум брони. Не понимаю. Максимум скорости. Вот. Блин. Не то. Вот, 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 вот. Сразу говорю, это. Очень. Очень. Так, я хреново. Давай, жми на кнопку. Нажми большую красную. Представляете, 5 раз пройти надо было, чтобы записать это видео. Это вот, кстати, последний этот. Не записывается. Надеюсь, у вас такого не будет. Аварийная остановка началась. Во время прохождения. Потому что, мне кажется, это из-за мода всех этих. Черт, стержни заклинило. Стержни заклинило. Давай, а что у тебя там есть? Где эти твари? Кстати, смотрите. Вот этот шестиствольный пулемет и вот эта штука, они вам еще ой как слишком пригодятся. Много этих тварей. Похоже, они вытягивают энергию из реактора. Потому что когда вы будете этих монстров гасить, когда на улицу выйдете. Чтобы их спалить. Далеко не уходи. Это будет ой как. Ой, как нужная вещь. Ну что ж. Кстати, если вдруг у вас вы сохраняетесь и не можете загрузиться. Зайдите в сейвы, они могут быть в документах, вот. И удалите нижних, ну, штук 10, вполне хватит. Ты должен опустить стержни. Так. Уровень радиации там зашкаливает. Уверен, что твой костюм выдержит? Да. Так, 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 так. И... Я не понял, а почему? Почему? Ну-ка. Не понял, ну-ка. Загрузки, загрузка. Да. Аварийная остановка началась. Отлично, Нома. Стержни сейчас опустятся. Давай, опускай стержни. И оп. Что-то он тут глючит и глючит. Глючит и глючит. Это же кошмарно. Давайте, твари, чтоб вас всех убило. Сейчас ни одной не будет, не ссы. Нома, мощность реактора уж точно
даю сигнал на бум. Да, кто выжил? Отзовись. Не понравилось? Давай, иди давай. Выбивай дверь. Номад, быстрее, ты должен опустить стержни. Уровень радиации там зашкаливает. Вот так? Уверен, что твой костюм выдержит. Так? Да. И выбегаем. Смотрим. Так, реактор остановлен. Открывай дверь. Включаю резервное питание. Отлично. Ой, господи, у вас там нарезка будет из видео из этого вот последней версии. Это Макс, будет что-то. Отлично, но ты срочно так. Нужен на палубу. Идем, подходит, не беспокойся. Новая группировка противника. Давай это сюда. Иду. Так, на. На. Нет, мне вот сюда. Номад, похоже, ребята на палубе крепко влипли. Беги к ним. Блин, заражусь. Аварийная перегородка открыта, лейтенант. Поднимайся по транспортеру. И бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Да тихо вы. Все. Пока. Придурки. Их не обязательно было гасить. Вот, кого надо обязательно гасить. Не! Не! Меняем рожок. Маскировка. Ну, больше мне пока тут никто не нужен. Пусть они там плавают. Так, а мне куда надо-то? Так, режим стелс. А, вот сюда мне надо. Максимум брони. Давайте. Ой-ой-ой. Ну давайте же вы, уроды. Давайте. Так, а тут... Тут у нас гранаты, нет? Что у нас здесь? Падла. Заморозил меня. Ничего, сейчас отойду. Да. Да. Ну давай. Прикрой меня. Бум. Кто его сбил, даже не посмотрел. Ну вот они мне вообще не нужны. У меня более важная миссия. Сюда. Вот сюда. Лестница, ну наконец-то. Всем покинуть корабль. Да. Некогда мне с тобой тут. Сяськи на сяськи. Давай сюда, живо. Спрячься где-нибудь. Я пойду туда, но сперва кое-куда. Да. Моррисон, я иду в лабораторию за атомной пушкой. Быстрее, Номад. Здесь да. Что-то атомная очень пушка. Чёрт, уберите как... её, меня, уберите! Да, аннигиляторная пушка. Номад, сюда. Давай сюда. Эти твари наседают. Уходим, уходим. Адмирал, на полетной палубе нас ждет транспортник. Надо уходить срочно. Я не покину корабль. Ну не покидай. Но нам приказано. Чёрту приказы. Никто не уйдет. Откройте дверь, откройте чертову дверь! Да. Где? Где моя пушка? Стой! Мне нужна атомная пушка. Максимум брони. Вот она. Так, я отсюда пришел. Открыл и опаньки. Так, а мне на мостик-то зачем? Мне, по-моему, сюда не надо. Где, блин, это оружейное?
кто помнит. Тут уже никого, ничего нету и не спасти. Ладно, выходим. Нет, там ничего нету. Так, возьмите тактическое ядерное оружие. Где надписи-то грёбаные, которые мне нужны? Все разы нормально находил. Так. Я иду за оружием. Правильно я сказал? Правильно. Сэр, вы не видели адмирала? Нет. Ничего у меня себе, уже. Громадина! У меня должно быть это оружие. Этот застрял. Понятно. Значит, идем вниз. Где? Где мое оружие? Так. Опа. Это что? Давай возьму. Я, кстати, в этом кабинете не был ни разу. Блин, первый раз заблудился. Давай. Вот. Пустее. Без него, потому что игру не пройти. Номад, палуба захвачена. Покидаем корабль. Живо. Хорошо. Покидаем корабль, Номад. Берем транспортник и взлетаем. Ждем тебя. Давай. Я надеюсь, ты с ним справишься. Куда мне? Вот сюда мне. Вот он свет. Вот этот козел. И вот он, палуба. Сэр, вы не видели адмирала? Ну давай, бери. Ничего себе, громадина! Давай. И как вы предлагаете мне это сделать? Нет, не так. Надо, чтобы она пасть открыла. Это, по-моему, я хорошо помню. Нет, мимо этой твари мне не пролететь. Ты должен убить ее, Номад! Сейчас она транспорт не должна сожрать. Я надеюсь, игра пишется нахрен. Не хота, блин, все время проходите, чтобы она не записывалась. Так что, надо у него щупальцы сейчас откроются, это пачка. Что у нас здесь имеется? Недостаточно энергии. Так. Номад, держись. Попробую ее ослабить. Вот, сейчас ее ослабят. Кажется, работает. Вот так. Вот. Пасть открылась. Пасть открыт, как крокодил. Жабью кожу он схватил. И потвердывая громко. Ее в унитазе смыло. На. На. Жуй. Маскировка. Вот так. Опаньки. Ну, это нам не страшно. Давай. Нет, это уже страшно. И как вы предлагаете мне это сделать? Так.
сейчас. Жри транспортник. А, подожди. Давай. Жри транспортник. Сукин сын! Так, делаем сохранялку. Номан, держись. Попробую ее ослабить. Давай, ослабляй. Далеко не уходи. Хорошо. Кажется, работает. Но получи, козел. Это я еще только начал. Ты еще не знаешь, что будет, когда я закончу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. Надо быстрее набирать. Давай, перезаряжай. Перезаряжай. Я снижаюсь. Давай. Снижаюсь. Смотрите, сейчас какая хрень выползет. И вот почему я говорю, Фауст, заряжай до конца. Ты потому что сейчас нужен будешь очень сильно. Гранаты-то, кстати, вот не нужны, поди будут. Хотя. Оставьте меня. Уходите, вот. Живо! Ни за что, братишка! Я возьму все. Мы без тебя не уйдем. Уходите, я сам с ней справлюсь. Только с моей помощью. С ума сошли, уходите! Давай. Вот это пушки. Есть. О, черт! Теперь они достали пушки. Давай. Номан, разберись с пушками. А я что делаю, по-твоему? Похоже на защитное поле. Псих, давай поближе. Номан, передаю сигнал на твой костюм. Под обстрелом! Не могу приблизиться! Маскировка. Так. Где ты? Достаточно энергии. Получается? Ой-ой-ой. Давай. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я тоже. Отлично. Держи высоту. Номан, приготовься. Держись. Кажется, работает. Черт, эти твари нас окружили. Избавься от них. Я и так избавляюсь. Куда же без меня? Ой-ой-ой-ой-ой. Они меня с места сживают. Отлично. Держи высоту. Номан, приготовься. Держись. Кажется, работает. Давай. Черт, эти твари нас окружили. Избавься от них. И вот эта тварь, которая тебя окружила. Нет, не получилось. Значит, будем так. Отлично. По одной твари. Держи высоту. Держись! Кажется, работает! Да. Черт! Эти твари нас окружили! Избавься от них! Вот так! Да.
Откуда ты, блин? Маленько не так. И... Блин, сразу заморозил. Надо свалить отсюда. Меняй позицию. Готово! Поле отключено! Поджарь эту тварь! Из атомной пушки! Я уж думал, ты этого не скажешь. Да блин, да как так-то? Маскировка активирована. Да. Прицелься из атомной пушки. Отлично, да я уже... один готов. Конечно, готов. Сейчас отключу второе поле. Давай быстрее. Тут дело-то такое. Тут их много. Прикрой нас, мама. Прикрой. А меня кто прикроет? Давай. Я куда-то не туда попал, что ли? Огонь. Второе поле отключено. Замечательно. Продолжай, приятель. Уничтожь эту пушку. Прицелься из атомной пушки. Вот и еще одно поле. Отличный выстрел. Да. 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 О, черт! Держись! Маскировка активирована. Поехали. Эта штука нас сейчас потопит! Разберись с ней! Пушка, 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 пушка! Да! Вот так! Ай-яй-яй-яй-яй! Огонь! У меня нет! Алле! Вот так. Так, люк открыт. Маскировка. Поджарь этого сукина сына! Быстрее, Номад! Сейчас рванет, Номад! Вперед! Да. Ну давай. Вперед! Быстро! Вперед! Ты справишься! Я не понял, почему захвата нет. Пока всех не подобьет. Нет захвата цели, блин. Так, это что-то опять глюкнуло. Хватает. Еще. Блин. На. Получи. Так, люк открыт. Поджарь этого сукина сына. Давай. Вот и все. На. На. Сейчас рванет, мама. Я бегу. Я успел убежать. Нифига я не успел убежать.
Люк открыт! Маскировка активирована. Поджари этого сукина сына! Я же поджарил. Да почему так-то? Давай. Так, люк открыт. Маскировка активирована. Поджарь этого сукина сына! Да. Сейчас рванет номер! Вперед! Да. Тихо. Давай, беги! Быстрее, номер! Ай-яй-яй-яй. Вперед! Быстро! Я успею! Я смогу, за мной гонятся! Прыгай! Вперед! Прыгнул! Ты справишься! Господи! Если это видео не записалось, я прибью нахрен! Это ужасно! Держись! Чтоб записать эту концовку, у меня ушло 6 часов, вы не представляете! 6! И дело не в прохождении! Оно не так трудно проходится, как, блин, найти версию. Одна версия из-за концовки выкидывает, другая не загружается. Подвела запись. Но все же записал. Все же прошел. Фух. Ну что ж. Надеюсь, вы поддержите меня. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Вот что ты вот... баба, одним словом. Самое что прикольное. Пророк жив. Я призрак, он пророк. Жив. И я... крут в костюме. Сейчас вы это увидите, когда я буду дверь закрывать. Да? Кстати, напишите в комментариях, сколько попыток ушло у вас на то, чтобы пройти данную, и хорошая ли версия вам попалась. Ой, там версия, которая сразу 3264 по две штуки, это не та версия. Скачивайте версия, которая весит 4 гига с лишним. Те, которые свыше 4, там 5 гигов, 6 гигов и дальше, их не скачивайте. Это с лагами, с багами и неприятностями. Так что... Сюда подходит флот из Японии. Он будет здесь через час. Ложусь на встречный курс. Нет, мы знаем, как их победить. Надо продолжать бой. Да, вот старая игруха, так старая. Да ты не поверишь, браток! Это пророк! Это пророк! Он жив? И похоже, еще брыкается! Ну все, мой приз, это вот эта баба. Засекай его координаты. Возвращаемся! Видите, какой я крутой! Ну на этом все. Увидимся уже только в следующей игре, потому что эту игру мы с вами завершили. Пока!